Подожди, у Золика видео? Золик! Да мы как обычно не будем полностью смотреть, а проскипаем просто половину. Мои Золики, вы находите... Ага, как обычно. А баннера нет, слышите, у него реклама слетела. Может из-за того, что на реакциях, блин, мы вот эту... Подписывайтесь на канале Иван Золик 2004, и сегодня будет вторая часть по Роблоксу. Ого! Сегодня мы будем исследовать новые локации и выполнять разные задания. Так что погнали! О! Выбираем же первую карту. Первая карта у нас будет... военные машины. Так. Давайте, наверное, с двигателя вот этого. Вот этого. А что реклама-то где, Вань? А где реклама? Начнем. Ну, английское название я не буду читать, так что погнали. Английское название я не буду читать. Двигатель Рагдол, так. 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 Сервер запущен, 23 минуты, что-то там, все игроки, 508 игроков тут. Ага, и что мне надо тут делать? Так. Иван, а где реклама-то? Так. Ага, то есть мне нужно... Блядь, у него Roblox лагает, какого хуя, блядь? ...меняться вот сюда, к примеру. Или даже, ну, допустим, туда. Что здесь написано? Чем он перемещает? Он стрелочками, что ли, камеру двигает? Пожертвовать кому-то. Что там написано? Так, эй, спасибо, что играешь в эту игру, если тебе нравится, оставь пожертвование. Я понял. Так, а мой персонаж... Гонзолики. ...не умеет ходить, он прыгает только. Ясно. Это уже минус игры. Блять. Так, и что здесь делать надо? А, во, он мышкой тоже двигает. Спасибо. Так. Это у нас что такое? О, бери плащ! Туда можно подняться? Ну, возродишься? Чё? Ё-ё-ё-ё, что за башня такая? Прыгни. Ой-ё-ё-ё, я не ожидал, что такое падение будет. Возродись срочно. Ты возродишься? Алло! Возродись, пожалуйста. Алло! Он сейчас выйдет, блядь. Нет, что-то этот чел не возрождается. Видимо, сломался. Блядь. Сломал персонажа. Трэш. Трэш. А вот, чтобы быть похожим на Ивана Зола, вот, блядь, что мне надо включить? Ну, вот это, наверное, сейчас. Во, нормально. Вообще. Ладно, тогда уходим с этой карты. Она нам не нужна. Я сломал персонажа. Ба! Я же говорил, он ливнет, блядь. Да, я понял. Мы выберем вот это вот задание. Задание, блядь. Задание называется «Уничтожьте отель». Давайте уничтожим. Беги отсюда, беги. Это как я оказался на втором этаже. Трэш. Ой-ой-ой, беги. Так, отлично. Отлично. Сломаем же отель. Наверное, этот отель был, ну, знаете, каким-то плохим. И, собственно, мой персонаж вот этот вот решил его полностью сломать, потому что он ему не понравился. Так что вот такие его дела. Беги отсюда, беги. А ты чё? Это что такое было? А ты чё? А где я оказался? Ебать, сюжет придумал. Слушайте, ролку отыгрывай. Кидай бомбу. А чё так слабенько? Или это сильно было только что? Почему у него называется «Удивительный мир гамбола», блядь? Не знаю. Так, ну короче, наверное, ну полностью уже сломали вот этот вот отель. Я думаю, его кто-нибудь обратно построит. Наверное, какие-нибудь строители, я точно не знаю, занимаются. Их называют роблоксятами. Поэтому вот такие вот дела. Давайте менять задание. Роблоксята. Есть роблоксята в чате, нет? Ладно, надо соответствовать роблоксятам. А не. Так, следующее задание. Какое будет наше следующее задание? Б-10 супергерои во имя. Ага. А чё он самую хуйню
вообще выбирает, блядь? Давайте в это, собственно говоря, поиграем. Cartoon Network. Это мой любимый, собственно говоря, канал. Когда-то был, но его тогда, ну, удалили. Кого удалили, блядь? С телевизора. Поэтому... Удалили с телевизора, блядь, канал. Я по этому каналу скучаю очень сильно. Так, что, собственно, я делаю? Так, тут силач бегает. Вот этот вот персонаж, я забыл, как его зовут. Силач. Скорость, такс. Опа-на! Удивительный мир Гамбола. Я этот мультик тоже смотрел в детстве. И досмотрел до финального сезона. Тут еще что есть? Титаны вперед. Что тут у нас еще есть? Я, собственно, шарю по этой вселенной. Что тут еще есть? Я, собственно, шарю. Так, что тут у нас еще есть? Так, эта вот шапка мне знакома. Это из «Времени приключений». Тоже смотрел этот сериал. Да не буду я вашим физруком. Скажу я так, что он клёвый. Так что вот такие вот дела. Так. Что я, собственно, здесь должен делать? Силач, подскажи, что я должен здесь делать? Он молчит и превратился в огненного человека. О, он пошел в этот играть. Я типа открыл локацию удивительного мира Гамбола. Давайте сыграем. Эй, добро пожаловать в Гамбол Уоттерсон. Он только что читал правильно название канала, блять. Как? Гамбол Уоттерсон. В Гамбол Уоттерсон. Не понимаю. Гамбол Уоттерсон, блять. Поскольку это ваш первый раз здесь, позвольте мне дать ваш быстрый... Cartoon Network равно Gumball Waterson. Тур. Вам быстрый тур. Окей. Откройте меню. Давай, откроем. У вас есть классный подарок для вас в магазине. Давай. Есть Gumball Waterson в чате. Окей. Присутствует? Спасибо за 10 рублей. Так. Это мое будущее, блядь. Я просто вот буду сидеть, играть в Roblox, и там один донат в час, 10 рублей будет, и... Я такой, все, спасибо. Таю. Так, это выглядит удивительно. Я только что получил еще пару вещей, чтобы показать вам. Угу. Используй карту, чтобы прыгать между всеми различными островами. Это как телепортироваться, но гораздо круче. Я понял, спасибо, Гамбл. Я пон. Выполните задание, чтобы заработать больше опыта и монет. Нажатие на... Я должен... Характеристики... Нет. Блин, может нормальные режимы играть, которые мы в комментариях пишут? Ага. Это какие-то награды от Cartoon Network, которые будут приходить нам каждый день, если мы будем заходить в игру. Как это убрать? Я не понимаю. А, само убралось. Опа-на. Ебать, обрезал. Это я где-то видел. Это, по-моему, что-то из Inazuma 11. Ой, его ебать. Его уже заснайпили, смотри. Так, попытаюсь сейчас загнать мяч в ворота. Не получится? Давай. Играем мячик. Давай. Играем мячик. Опа-на. Получай. Ну же. Ой, мячик какой-то слабенький. Он не взаимодействует вообще. Так, уровень вверх, теперь я на втором каком-то уровне. Я думаю, я уже на четвертом. А сюда можно вообще пробраться как-то? Нельзя. Блять. Где мы еще не были, надо посмотреть точно. Если мы все исследовали, то надо менять карту. Так, это у нас что? Так, играть. Yeah. Давайте поиграем. Так, им сейчас игру. Какую нам выбрать игру? Из всех вот этих... Ну, давайте попробуем вот это вот, потому что мне вот этот вот персонаж знаком. Вот это вот? Это вот киборг вот. Из «Юных Титанов». Поэтому давайте... Если башка на фоне летает, она не летает, это Паша. Вот сюда зайдем. Так, это типа комикс. Типа, ребята что-то не поделили. Это типа комикс 2004, блядь. И типа они боятся. Кого боятся?
кто должен... А, так. Сидят. Что, это мы... Да, уверен. Я, наверное, мы... Чего? Так, вы уверены, что вы хотите выйти из игры? Как он, блять, это прочитал? Я английский не знаю, блять, не понимаю, нахуй. Да, уверен, я ничего не понял. Наверное, мы в Роблоксе будем это, обозревать персонажей из Cartoon Network. Тут еще... Боже, блядь. Наверное, мы в Роблоксе будем обозревать персонажей, пиздец. Ну, так сказать. Так. Так. А где эти 13 миров? Эти вот эти 13 миров? Или миров. Что это? Я пока не понимаю. Сейчас. Фредди Фазбер. Посмотрим. Если мне что-то не понравится, то я... Получу... Ага. Ну я, собственно, рад, что я оказался в этом мире, в Cartoon Network. Так, дальше ну-ка. Будем здесь исследовать. Дальше мы пойдем в такую вот... Локацию, она называется «Морская война». Поэтому давайте ее пройдем. Если, конечно, мы ее пройдем. Я еще точно не знаю. Может быть, она сложная будет. Так, что мы можем выбрать? Так, это можно убрать? Ага, убрал, отлично. А, нет, это не убирается. Сейчас надо. Окей, тогда вот так вот. Это все платно, что ли? Что? А, сменить команду? Зачем мне сменять команду? Так, ну и чё? У меня 87 минут, чтобы все это исследовать. А, так можно мне к пушке? Бля, какая хуйня. Дим. А, у меня 5 патронов. Так, чё-то ничего не действует. Нажать на F. Сейчас нажмем на F. А можно мне как-то... Ух ты, ничего себе! Бесконечные патроны! Чё-то я промахиваюсь очень жестко. Иди, куда ты улетел? Я хотел тебя подстрелить. Короче, это, наверное, карта скучная. Поэтому... Здесь нет ничего интересного. Что это? Здесь что-то и на английском пишут, и на русском. Ничего не понятно. На русском тоже непонятно. Короче, меняем локацию. Мне Fortnite не очень интересно. Спасибо большое за 250 рублей. Вот это вот. Спасибо. Локация называется «Максимальная скорость. Обновление 40». Окей. Подождите, сейчас я сделаю имбу на... Дай мне машину. Не дается. Почему? Блять, ну давай, едь уже. Так, магазин. Магазин почему-то не действует. Давай едь, блять. Что такое-то? Я ушел. Очень мне какие-то просто... Давай, тут... заебал, едь, блять. Он вышел, сука, блять. Как-то трудновато говорит, блять. Ой. А, так оказалось. Следующее у нас будет задание «Сбегите от сумасшедшего мрачного Таяски». Хобби. У него там мама на фоне? «Бегать от Таяски». Там мама на фоне, пиздец, слышите, блядь? Ну-ка, давайте распознаем, что она говорит. Окей, будем сбегать от Таяски. Вы слышите, нет? А он специально закашлялся, чтобы маму не слышно было. Там окей. Непонятно. Так, играть. Блять. А, легко, трудно от первого лица выключить. Ну давайте легко. 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 Продолжить. Так, это что? Да у тебя мама на фоне, нахуй ты видео записываешь. Поставь на паузу, блять. Тетя Мотя нахуй там на фоне. Стать геймасой, ядерное оружие пропустить. Геймасом. Бесплатные так, геймасы? Продукты. Мне ничего здесь не надо.
Так, ты кто? Золотой ковер, лазерная пушка. Ковер. Пушка доступна? Нет, она платная, окей. Это что такое? Закрыл у нас в тюрьме открыть, да-да, вентиляцию. Окей. Открой вентиляцию, нажми. Как открылся? О. Опа-на, отлично. Мне кажется, он умрет на этой красной хуйне. Как сильно пьет. Или чавкает, непонятно. А, это, как их... Лазер, на них нельзя попадаться. Это. Радужный ковер. Он платный? Да. Ага, он платный. Красава. А, нужно было прыгнуть. Да, что такое? Надо собраться с мыслями. Блять. Так, туда можно? У него 900 лайков на видео, нахуй. Тюрьма. Прыгай. Сейчас справились с мыслями. Опа-на! Есть. Так, это что у нас? А, это все. Или не все. А, да, это все. Это или не все. Будет доступно. Или не все. Давай, так, прыгай. Здесь аккуратнее надо. Упана. Это пиздец. Попытаемся еще раз. Чекпоинт. Блин, он обрезал. Еще на чекпоинт, понял. Тогда продолжаем. Как он тыкает-то, блядь. Окей. Я ничего не вижу за вами, ребят. Ничегошеньки. Что это? Это мне не надо. Что это? Так. Опа-на! 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 Когда меня добавишь? Не добавлю. Алый гиб, ты послушай. Ты должен идти вниз и вверх. Окей, я понял. Окей, я понял. Блин, наебался опять. Так. А, нет. Отлично. Ебать его снайпят, пиздец, много народу. Дайте мне чекпоинт уже. Еще раз. Он умер? Опа-на. А, нет, все. Опа-на. Опа-на. Нет. Ха. Собрались. Опа-на. Опа-на. О, ам-ням, смотри. Так, окей, окей. Отлично. Давай, давай. К чекпоинту, к чекпоинту. Отлично. Ой, вот это он не пройдет нихуя. Дальше нам туда. Задание пока не сложное, мы его выполняем. А не, пройдет. Прыгать не обязательно. Опа-на! Опа-на! Ай-я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 й. Ну, короче, мы его все, вот это вот задание не будем выполнять. Ну, вот он ворсус сидит. Тикает. Тик-так, тик-так. И, собственно, давайте переместимся на какое-нибудь другое задание. Пауза. Последнее задание будет ядерный сад. Это что, блядь? Охуеть. Поехали. Так, это я где? Ух ты, ничего себе! Что происходит? А, кнопка сброса ядерного оружия находится в передней части самолета. Сейчас. This is a national emergency. Я понял. А, ваша главная цель — выжить после бомб, сброшенных на карту. Я понял. А, когда есть угроза взрыва, ищите немедленное укрытие, чтобы выжить и получить очки выживания. За каждое выживание вы будете вознаграждены атомами, которые можно использовать для чего? Алло. Ой. Так, а окей, а что, можно уже сбрасывать? Блин. Когда начнем сброс? Привет. Здорово. Ой, ой, плохо мне, бля, погоди. Так, мне тут... О боже, мне тут... О боже. И тайминг. Ой-ой-ой-ой-ой.
Так, не обращаю внимания. Тут мне спамят комментариями. Да ты чё? А можно я отсюда вылечу? Как-нибудь вылечу, можно? Так, осуждаю за все это. Тут фанатики каши понаехали. Трэш просто. Я поэтому и вышел из карты, потому что тут это бред несут просто. Это трэш. Ну а я буду завершать данное прохождение Роблокса. Если вы хотите продолжение, то давайте наберем 10 тысяч лайков. Ага, 900 нахуй. За 4 часа. И, собственно говоря, подписывайтесь на мой телеграм-канал Золо 2004. Там актуальные и важные новости. Ставь лайк. Ага, актуальные и важные новости. Рекламу там постят.